Всем привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, и сегодня мы посмотрим Walking Dead, особый эпизод 400 дней. Он называется, это первый сезон игры. Давайте же не будем долго ждать. Ходячие мертвецы, 400 дней. Заправьте сейчас, следующая автозаправка через 45 миль. Прекрасные цены, но это за галлон. В галлоне практически 4 литра бензина. Ой, сколько пропало людей. Я не знаю, насколько этот эпизод длинный, или он как-то связан, не связан полностью с теми 5 эпизодами, что я прошел в первом сезоне. Не знаю, это особый какой-то эпизод. Ну, наверное, вряд ли он связан, в принципе, с теми героями. Наверное, все-таки не связан. Какая-то отдельная история, которую нам хотят показать. Возможно, разработчики в процессе игры. Что это? А, выбирать надо кого-то. В процессе игры разработчики каких-то героев убрали и решили сделать, чтобы не выкидывать их в мусорку. Выбрать. Сделать, вернее, дополнительный эпизод. Так, а я хочу выбрать. Это White. White. Да, давайте его выберем. Бородатого длинноволосого чувака. Посмотрим, что он там рукой закрывает. Он не любит фотографироваться, поэтому. Как-то вот, как-то так. О, туман. Ох, ох ты. Уайт, 41 день с начала эпидемии. God, боже, все так хуёво. На кого хрен ты вообще пристрелил того парня? Мужик, что-то было. Я не хотел это делать, это просто произошло. Понятно, где ты, блядь, был со своим шухером? Ты на меня решил все повесить? Я этого парня тоже не видел. Я боялся, что остальные достанут пушки или... Блин, чувак, так они нас выследили. Какая нахер разница, просто... Быстрее, Эдди. На, мужик, стреляй. Попробуем. Попробуем пострелять. Ой. Тихо. Главное, они не стрелять негру ухо. Тихо. В смысле? Опа, попал. Вот попал, нормально. Тихо. Твою мать, ты их достал? Они там? Уайт? Чувак, я не вижу ничего. Ты уверен? Эти ребята просто так не сдаются. Я сказал, что ничего, никого и не вижу. Эй, я так... Я сверну здесь. Прикольно, какие-то хипари, что ли. Может, наркоторговцы, не знаю. Может, еще кто. Я чувствую на этот взгляд, мужик. Я не дебил, я все правильно делаю. Нет света, нет. Ну знаешь, они нас не видят. Дурак, что ли? Врезаться в корову будет для нас лишним, чувак. Нет, черт, не стоит опасаться коров. Коров, и почему я сам об этом не подумал? Когда ты последний раз видел корову, ага? Ладно, плохой пример, но ты все еще что-то можешь врезаться во что-нибудь. Боже, поверить не могу, что мы в таком дерьме. Ты только не каркай, ладно, хорошо, дорога прямая, все будет ровно. Хотя бы сбавь скорость. Чё? Да нахуя? Не видел глаза этого чувака, он же убитый в ноль. Я ни за что в жизни не хочу с ним пересекаться. Уайт. Господи, почему все так пошло хреново? Это типа камень в мою сторону? Нет, чувак, я просто рассуждаю. Я говорил тебе, не надо было хранить ствол у себя. Уайт, отъебись. Те парни хотели грохнуть нас и забрать все наши вещи. Ты этого не знаешь. Да знаю, этот ствол спас твою пухленькую задницу. Слушай, Уайт, те ребята, они просто бесили, будто я был на спидах или что-то вроде того. Я был на грани. Понимаешь?
достаточно. А потом я такой смотрю, как у парня мозги вылетают через затылок. Sorry, man, Прости, чувак. Don't sweat it, man. Да забей, мужик. Едем куда-то, непонятно, в лес. Главное, едем. Главное, есть бензин. Опа, молодец. Самое время. Я тебе выбью глаз. Видишь, все нормально. Дорога прямая, как мой хуй. Думаешь, все кончилось? Да, да все нормально. Мы же не знаем, где мы сейчас. Почему же знаем? Где-то посреди у холмов есть глаза. У холмов есть губы, у холмов есть яйца, у яиц есть глаза, у... Что за херню ты несешь? Чувак, оставь меня в покое, это была долгая ночь. Ну да. Ладно, давай Том крутить отсюда. Правда? Посмотри, нет ли чего дунуть в бардачке? Я же говорю, какие-то хипари. Твою мать, у одного серьги с татуировками, другу длина волосы, я ничего не вижу. Блин, а там, смотри лучше. Ничего такого я не вижу, я вижу, что это патроны, которые ты потерял, типа, на той неделе. Бог мой, серьезно? Но трава-то там есть? Знаешь, однажды я гулял с той девочкой. Да пофиг мне на эту историю. Совсем. Перестань уже говорить. Еще одна сказала, что это была маленькая девочка размером с яблоко, но тут я понял, что она врет. Суть в том, что она видела парня, стоящего там голым, напевающим эту... Странную эту... Ты вообще меня слушаешь? Парень нассал на ее отца. Черт, твою мать! Тут поворот. Как бы и в начале игры, где был Ли тоже... Вот дерьмо, блин, вот дерьмо. Ты что-нибудь видел? Мне кажется, это был мужик. Уайт, давай, мужик, что-нибудь скажи. Он был жив или нет? Что за ебучий туман, а? Это не было похоже на человека, живого. Ну, короче, не важно. Правда? Серьезно? То есть, серьезно, посмотри мне в глаза и скажи это. Ты меня слышал, Эдди? Давай посмотрим, есть ли что-нибудь возле машины, что-нибудь, что даст нам подсказку. Сейчас мы просто гадаем. Но я не собираюсь уезжать, если мы сбили человека. Я просто не могу. Чувак, ты какой-то странный. Вы, твою мать, 40 дней уже в жопе находитесь. И теперь думаете о том... Мужик, не опускай его, он уже разбито. Я не вижу через трещины. Смотри, все нормально, видишь? Чувак, что там в сломанном зеркале? Подожди, а что там разбитое зеркало? Это зеркало от машины? Отсюда трудно сказать. Как думаешь, кровь на лобовом стекле? Кажется, это часть майки. Да, но и мертвецы носят майки. Или дальше? Иди дальше, ищи. Вот. Как думаешь, эта кровь свежая? Да, ага, но она довольно темная. Ага. Черт. О. Мужик, хватит на себя пялиться, это серьезно. До этого немало. Да пофиг, мужик, иди дальше, ищи. То есть. Слышь, ты заебал. Послушай, Уайт, это был человек. Ты уверен? Да. Насколько уверен? Я охуеть как уверен, так же как и уверен в том, что лучше тебе бы посмотреть, выйти и посмотреть. Господи, что нам делать? То есть что нам делать? Нам надо просто выехать отсюда. Так, пойти туда и что? Найти парня и помочь ему. Да что с тобой сегодня? Если он живой. Он живой, я видел его. Блядь, чувак, у тебя настолько длинный нос, что ты его суешь не в свои дела. Да ладно, чувак, это глупо. Мы увидим, проверим его и поедем. Ты иди, если хочешь. Похочу? Почему я должен? Я просто... Мы должны вместе, вот и все. Ладно, ну блин, ладно, ну вот давай решим, все, камень, ножницы, бумага. Ты охуел, Вася? Ты серьезно, блин?
Нет. Давай, сидя здесь, я больше нервничаю. Да ни за что, чувак, ты спятил. Я здоров как никогда, Уайт, это единственный честный вариант. Сука, ты сбил. Каким честным он является? Ты застрелил того парня, ты сбил эту тварь на дороге. Ты вообще о чем? Нет моей вины. Хорошо, я пойду, все нормально, это разумно. Мужик, просто заткнись, давай сделаем это. Ты проигравший, ладно, ладно, два из трех, конечно. Какого хрена, чувак? Играем? Давай, 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 давай. Ха-ха, сука ебаная. Ладно, нормально. Сука. Как это вообще возможно? Ладно. А-ха-ха-ха-ха, класс. Черт, мужик, невероятно. Ладно, снова. Камень. А, я знал, что ты выберешь камень. Ты всегда берешь камень, чувак, это глупо. Не всегда, дружище, я хотел ножницы брать. Сукин сын. Ну это игра, игра сделала бы в принципе так, что пошел бы я. Как бы ты ни крутил, как бы ты ни хотел поменять, можно было бы играть... С невероятной долей оптимизма полчаса. Ладно, я справлюсь, будь осторожен, чувак. Можно было бы играть тут кучу времени, потратить на то, чтобы обыгрывать этого придурка ослохуева, ослоебова. Поэтому ботинок. Ботинок, не могу сказать, принадлежит он живому или нет. Так, это что такое? Разбитое зеркало. Оно разбито, стоит ли его брать? Не-не-не, чувак, забей. Ты чё? Тебе надо торопиться, чувак, да куда идти-то? Тут туман. Не видно же ни хера. О, рюкзак. Рюкзак было бы здорово, скажи мне, живой твой владелец, а не живой. Ладно, пора иду дальше, говорить сам с собой, это же имеет смысл, да? Какого хера ты так долго? Поспеши, иди ты в жопу, мудак, я херею вообще над такими людьми, сыкло. Вон кровь. Уайт, ты видишь что-нибудь? Охуеть, сколько тут кровищи. Опять кровь. Чуваки реально занимаются ебатнёй. Вот просто ебатнёй. Блин, как бы я хотел сейчас накуриться. Почему я вообще иду туда? Там в конце ничего хорошего точно нет. Да вон он лежит. Эй, парень, ты в порядке? Друг? Ответь мне, мужик, если ты живой, я не хочу в тебя стрелять. Да не, он вряд ли живой. Он зомбак. Черт. Вы в порядке, сэр? Вы меня слышите? В смысле, посмотреть на униформу. Он коп. Он что, коп, блядь? Коп, прошу, будь в порядке. Рано. Господи. Это плохо. Что там за херня шевелится? Ладно. Чувачело. Да он тоже мертвый, твою ж. Хорошо, стреляю прямо как в бляхамуха на Диком Западе. Клинт, мать твою, Иствуд. Ну, давай поможем. Вы решили спасти Кобу. Right. Пожалуй, ладно, защитим твою жопу в машину. Затащим твою жопу в машину. Нажмите и удержите, чтобы взять. Зажмите левый стик. Что? А. Я не понял. Какого лешего? Я ничего, я не понял, как его. Зажмите двигатель левый стик. Да, блядь! А, и удерживайте кнопку А. Сука. Вот оно чё. Это похоже как наркоманская, как Бивис и Батхит какие-то. О, прикольно.
Давай, 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 давай. Сейчас на эти выстрелы прибегут куча друзей его же. И нам будет не до этого. Нажмите, чтобы прицелиться. Я это я знаю, без тебя, без твоих подсказочек. Давай, давай, мужик. Я надеюсь, у тебя в патронах, в барабане много патронов. Пошли, 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 пошли. Я не так далеко и отошел от машины, на самом деле, чтобы переживать. Черт, Уайт, быстрее, мужик, Уайт! А ты бы вышел и помог, тупоголовая, ублюдская, сыкливая свинья. Вот реально. Так, я насколько я... Я не вижу никого, поэтому нормально все. Вон еще кто-то идет, сейчас. Вот так. Давай, пошли, 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 пошли. Он еще один руками своими машет, мудак. Давай, давай. Я сейчас... Самое прикольное, что я сейчас его подтащу, а он встанет зомби и меня укусит. Я вообще охеревать буду. Давай, 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 чувак. А, вон. Опа. Это же не... Это же... Уайт! Уайт! Черт! Эдди, помоги мне, чувак! Ебись! А, чуваки там, приехали чуваки. Да ладно, блин, мы тоже, конечно, начали. В смысле? Понятно. Ситуация не очень хорошая. Все убежали, он уехал, а этот убежал. Капец. А, все. Вот такие маленькие истории, да, получается? Ну ладно, мы посмотрели маленькую историю про Уайта. Давайте на этом остановимся и в следующий раз посмотрим небольшую же историю про... Кто это у нас? Винс, Шелл, Бонни и Рассел. Получается, раз, два, три, четыре. Четыре маленьких серии еще будет. Все, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это был дополнительный эпизод 400 дней. Пока-пока.